Здравствуйте, дорогие слушатели! Гоголь в пьесе «Ревизор» иронически показывает, как в бюрократической самодержавной России все социальные отношения были основаны на страхе. Именно это распространенное явление создало в пьесе смешную ситуацию. Эта сила страха приводит к такому психологическому состоянию, что мелкого чиновника из Петербурга приняли за крупного всемогущего ревизора. Раскрывая смешную ситуацию, Гоголь подводит к мысли: то, что происходит в уездном городе, является безобразным и трагическим. Критика и публика не сумели оценить глубинный смысл и толкование автора о значении ревизора. Критики считали, что нравоучительный тон авторского толкования придает аллегорический характер пьесе. Хотя Гоголь изображает вовсе не аллегорический город, а типичный город с чиновничьим управлением в провинциальных городах. Лекция о новаторстве Гоголя в пьесе «Ревизор» построена на следующих подтемах. Финальная немая сцена в пьесе. Смех и комический эффект Гоголя в пьесе. Новаторство Гоголя. Критика о пьесе «Ревизор». Авторский замысел пьесы «Ревизор». На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Эпиграф к пьесе «Ревизор» «На зеркало нече пенять, коли рожа крива» перекликается с развязкой пьесы, в которой городничий обращается к зрителям. Чему смеетесь? Как и эпиграф к пьесе, так и обращение городничего в последнем монологе было добавлено во второй редакции комедии в 1842 году. Основной смысл эпиграфа, взятый из народной пословицы, указывает на порочность чиновников, погрязших на взяточничестве и лицемерии. Это послужило своего рода ответом на всеобщую критику. Также развязка должна была прояснить главную идею духовного возмездия грешных чиновников, которые безжалостно угнетали народ. Финальная немая сцена и появление ревизора в пьесе. Финальная немая сцена по замыслу автора должна была способствовать нравственному очищению, как перед страшным судом. Этот страшный судья в пьесе появляется в форме настоящего ревизора и заставляя чиновников посмотреть со стороны на свою прожитую жизнь. Для Гоголя было важно показать, что им придется давать ответ за свои поступки. Теперь они не сумеют избежать наказания, так как этому ревизору известны все поступки порочных чиновников. Последняя немая сцена является предупреждением для зрителей, которые тоже должны были по-новому осмыслить свои ошибки и нечестный образ жизни, чтобы они могли бы посвятить свою жизнь для служения народа. Стой, христианин, оглянись на свою жизнь. В комедии символична картина появления жандармов, намекающая на то, что может наступить страшный суд над чиновниками-взяточниками. Продолжительность немой сцены на несколько минут была задумана автором для придания полного эффекта ожидания
этого суда. В этот момент персонажи, как и зрители, вспоминают слова из Евангелия: «Стой, христианин, оглянись на жизнь свою». Чему смеетесь? Над собой смеетесь. Гугль резко обличает мир бюрократов-мошенников. Автор верил, что его пьеса произведет прямое воздействие на публику. Однако зрители не увидели в образах нечестных чиновников отражения своих пороков. Негодование автора выражается через обращение Городничего к самодовольным зрителям. Чему смеетесь? Над собой смеетесь. Гоголь имел в виду, что зрители готовы подсмеяться над другими, однако не над собой. Гоголь был разочарован тем, что зрители видели все происходящее событие как обыкновенное социальное явление. Значение финала пьесы. В конце пьесы настоящий ревизор является символом правосудия. Финал пьесы подчеркивает неминуемость высшего суда, который накажет порочных и алчных чиновников. Гоголь считал, что приезд настоящего ревизора имеет символическое значение, а не буквальное. Если финал пьесы переставить на самое начало, то можно увидеть, как все персонажи будут повторять ту роль, которую они сыграли. В этом случае главная идея комедии ограничилась бы лишь обличением чиновников. Однако автор «Ревизора» в первую очередь хотел нравственно воздействовать на зрителей. Смех и комический эффект Гоголя в пьесе. Излюбленный художественный прием Гоголя – смех. Драматург придал новый характер смеху. Будучи неудовлетворенным первой постановкой «Ревизора», автор представил пьесу в водевильной форме. Гоголь неоднократно предупреждал о том, чтобы персонажи пьесы не должны были быть представлены в карикатурной форме. Более того, автор отмечал: ничего не должно быть преувеличенного. К сожалению, смешные характеры Бобчинского и Добчинского были показаны карикатурными. Настаивая на естественность образов, Гоголь указывал на то, что тем меньше актеры будут стараться быть смешными, чем больше будет комический эффект. Внешний и внутренний комический эффект в пьесе. Хотя в пьесе много комических ситуаций, однако более чем эти ситуации является комизм, который создается из-за того, что персонажи сами не замечают своего комического положения. Таким образом, драматург в своей пьесе хотел исключить внешний комический элемент. Комизм и контраст речи в пьесе «Ревизор». Гоголь мог найти смешное в любом месте общественной жизни. Драматург часто создает комизм, противопоставляя содержание с формой речи героев. Этот контраст можно заменить в несоответствии между высказыванием персонажа и манерой его действия. Если рассмотреть диалог комических фигур Бобчинского и Добчинского, то мы замечаем ничтожность, пустоту и безделье этих чиновников. Они рассказывают первую встречу Городничего с ревизором таким образом. Бобчинский, перебивая: «Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу». Добчинский, перебивая: «Позвольте, Петр Иванович, я расскажу». Бобчинский: «Нет, позвольте уж я, позвольте, вы уже и слога такого не имеете». Как видно, эти персонажи хотят заискивать перед начальством. Манера их диалога создает комический эффект. Смех – положительный герой пьесы. Гоголь стремился через свою сатиру
не только рассмешить зрителей, но и наглядно показать пороки чиновников. Как отмечал сам автор, положительным героем его пьесы являлся смех. Автор раскрывает обобщенный характер этих пороков, чтобы зрители могли узнать эти черты в себе и в характере многих других чиновников. Однако зрители приняли пьесу Гоголя «Ревизор» как развлекательную комедию, и актеры превратили чиновников в карикатурные фигуры. Ирония и юмор в раскрытии образа чиновников. Через иронию и юмор раскрывается настоящий облик чиновников. Автор показывает, что чиновники сами разоблачают свой настоящий облик. Первая встреча Городничего с Хлестаковым в трактире показывает, что они оба находятся под влиянием страха. В результате они не видят страха собеседника и понимают слова друг друга как надуманную хитрость. Так в этой сцене создается чрезвычайно смешная ситуация. Городничий: «Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру». Хлестаков: «Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге». Городничий в сторону: «О, Господи ты, Боже мой, какой сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы». Речевой контраст героев в комедии «Ревизор» как прием сатиры. В комедии «Ревизор» контраст речи героев с их мыслями и поступками является одним из приемов сатиры Гоголя. Уверенность Городничего проявляется после того, как он вручает деньги Хлестакову. Городничий ведет себя как покровитель, хотя на самом деле смешон и лицемерен, так как зрители знают, как он нагло грабит и обирает народ. Более того, через образ Городничего Гоголь показывает не только взяточницу и лицемерие, но и корыстолюбие чиновников. Герой выглядит смешным, так как зрители видят, как он грубо и нагло разговаривает с народом. Речь Городничего. Речь Городничего, основанная на лицемерии и желании угодить ревизору, на самом деле скрывает его истинные корыстолюбивые мысли. При этом Городничего преследуют корыстные мысли. Он также ожидает получить вознаграждение от ревизора за оказываемые ему услуги. У Городничего слова и мысли расходятся и имеют совершенно противоположное значение. Когда он говорит со своими подчиненными, его язык становится грубым. Со своими коллегами его язык откровенный и открытый. А когда он разговаривает с вышестоящими, то его речь становится льстиво-бюрократической. Так, через речь персонажа раскрывается комический прием автора. Этот контраст речи Городничего, создающий комический эффект, проходит через всю пьесу. Новаторство драматургии Гоголя. Новаторство Гоголя заключается в том, что он не следует традиции и иерархии персонажей. Также автор пьесы не противопоставляет положительного героя отрицательным характерам. Его образы уникальны и одновременно имеют обобщенные типические черты. Новаторство драматургии Гоголя заключается в ярко выраженной экспрессивности и индивидуализации языка персонажей. Даже у одного и того же героя варьируется речь в зависимости от ситуации, в которой он оказывается. Языковая характеристика героев. Языковая характеристика Городничего очень разнообразна.
Например, городничие называют по-разному купцов. То мошенниками, то оршинниками и так далее. Кроме этого, можно увидеть, как сильно меняется его речь, когда он встречается с Хлестаковым. Боязнь перед ревизором полностью меняет тон его речи. Так, например, герой от страха говорит: «Помилуйте, не погубите, жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человеком». Городничий, который так грубо обращается со своими подчиненными, с Осипом, слугой Хлестакова, разговаривает очень ласково. Это хамелеонство и изменчивость его речи помогает автору показать многогранные свойства характера через речь героев, и это создает комический эффект. Языковая особенность Хлестакова. Языковая особенность Хлестакова содержит 4 разных стилевых категории. Это светское пустословие, канцелярский жаргон, формально-сентиментальный стиль и обиходное просторечие. Гоголь очень тщательно разработал язык своих персонажей и таким способом создал незабываемые образы в своей пьесе. Типичность образов в пьесе и мастерство Гоголя. Мастерство Гоголя заключается в том, что он сумел найти и оттенить типичные черты, которые усиливают типичность образа. Критик Белинский заметил по поводу характеров героя Гоголя, что если автор дает особенности характера в данный момент их жизни, то нам без затруднения становится ясно его прошлое и будущая жизнь. Прием соучастия актера и зрителя в пьесе. В развязке пьесы, как мы видим, Гоголь старался разрушить преграду между актерами на сцене и сидящими в зале зрителями. Обращение городничего к залу в финале пьесы показывает данный прием соучастия актера и зрителя в пьесе. Смех Гоголя в пьесе «Ревизор» в раскрытии образов чиновников. Смех Гоголя в пьесе «Ревизор» раскрывает отрицательные черты чиновников. Например, в пьесе городничий считает, что нет таких чиновников, которые не имели бы пороков. По мнению городничего, Бог так устроил общество, что такие незначительные грехи считаются допустимыми. Также судья Ляпкин-Тяпкин бессовестно говорит: «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело». Он считает, что никто не обращает внимания на такие взятки, которые он берет, потому что это пустяки. Намекая на городничего, Ляпкин-Тяпкин говорит: «А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруге шаль». Городничий сразу реагирует: «Зато вы в Бога не веруете, вы в церковь никогда не ходите, а я, по крайней мере, верю тверд и каждое воскресенье бываю в церкви». Так городничий думает, что если он верующий и регулярно ходит в церковь, то его грехи можно простить. Однако тем самым герой разоблачает себя и становится объектом насмешки. Тема взяточничества и казнократства в пьесе. Городничий занимается казнократством, присваивая деньги, назначенные для постройки церковки. Более того, он указывает: «Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую лет 5 тому назад были ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела». Он признается перед Хлестаковым: «Грешен, во многом грешен. Дай только, Боже, чтобы сошли с рук поскорее,
А там-то я поставлю уже такую свечу, какой еще никто не ставил. Он знает, что купцы будут платить за его свечу. Жить за чужой счет стало привычкой для него. Образ жизни у городничего является таким, что без взяточничества он не может представить свою жизнь. Острая сатира Гоголя для показа моральной деградации чиновников. Гоголь, используя мощную силу смеха и острую сатиру, раскрывает моральную деградацию таких чиновников. При этом концентрирует внимание на трагичность этой системы взяточничества и чинопочитания в русском обществе. Таким же образом, через свою сатиру, автор раскрывает образ почмейстера Шпекина. Почмейстер вскрывает любые письма и читает эти письма ради своего удовольствия и из-за любопытства. При этом герой не чувствует, что он нарушает закон. Самовольничать стало нормой даже для таких мелких чиновников. Поэтому так легко Шпекин объясняет свой нелегальный поступок. «Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение». Саморазоблачение и тема страха в пьесе. Сатира Гоголя над такими чиновниками не кончается безобидным смехом. Это простодушие, самоволие не могут долго продолжаться безнаказанно. Приезд ревизора извещает о том, что время возмездия наступило. Мы видим, как сильно меняется облик этих самодовольных чиновников, когда они услышали о ревизоре. Автор в остро-сатирической форме изображает саморазоблачение даже таких самоуверенных и опытных чиновников, как городничий. Так городничему при встрече с ревизором под влиянием страха показалось, что ревизор уже узнал о всех его мошенничествах, что начинает умолять Хлестакова. По неопытности, ей-богу, по неопытности, недостаточности состояния. Сами извольте посудить, казенного не хватает даже на чай и сахар. Слова городничего содержат в себе типичное оправдание любого взяточника, которого поймали за взяточничество. Таким образом, Гоголь показывает, как страх действует на этих чиновников. От страха они даже не смеют поднять голову вверх и посмотреть в лицо Хлестакова. По воздействиям страха они не были в состоянии увидеть настоящий облик мнимого ревизора. Авторская интерпретация пьесы и критика. Гоголь считал, что его пьеса не без положительного начала. Автор пьесы «Ревизор» отмечал, что таким положительным началом был смех, отмечая: «Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во всей продолжении ее. Это честное, благородное лицо был смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Я комик и служил ему честно, и потому должен стать его заступником». Критика о теме положительного героя в пьесе «Ревизор». Критики по-разному интерпретировали сатиру Гоголя. Некоторые критики выделяли в «Ревизоре» социально-разоблачительный характер его смеха. Другие толковали ее в нравственном плане, отметая то, что смех Гоголя не только отрицает, но и утверждает. Другие отмечали, что создание положительного героя в пьесе могло бы ослабить критическое изображение социальной среды
и ограничила бы обобщенное значение комедии. Как новатор русской драматургии, Гоголь отходит от традиции классицизма и романтизма и не вводит положительного героя, который противопоставлен отрицательным персонажам. В пьесе «Смех Гоголя» имеет острый сатирический характер. Авторское толкование об особенностях смеха подчеркивает новаторский характер его пьесы, которая имеет общественное, реалистическое и нравственное значение. Итак, Гоголь пьесы «Ревизор» ознаменовал начало новой эпохи в русской сатирической драматургии.